Всех приветствую на канале Ярославский огород. Теперь каждый вторник сезона 2020 года будет посвящен кукурузе. За окном 30 июня, днем комфортный плюс 25, ночью холодный плюс 8. Несмотря на холодные ночи, кукуруза сортов Honey Bantam и Мегатон отлично растет. Хорошие, крепкие, темно-зеленые побеги не только вселяют надежду на получение хорошего урожая, но и просто радуют глаз. Первые 8 кукурузин — это сорт Honey Bantam, последние 2 и самые сильные — это Мегатон. Также хочу отметить, что Мегатон незначительно опережает по зеленой массе свою коллегу. Всем спасибо за просмотр. Новое видео каждый вторник и пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!